Здрасте опять. Я дурачу с одной стороны, с другой стороны, смотрите. Ну, думаю, это. Ну, а чё бы не поприкалывался видео поназывать по-дурацки. На предыдущем мы рассмотрели тройку четверок, да? Это уже само по себе. Я ее и воспринимаю как тройку лошадей. Почему почему тройка четверок воспринимается мной как тройка лошадей? Потому что я люблю играть в шахматы, а конь в шахматах ходит 3 плюс 1. Того 4 клетки, да? То есть вот, соответственно, они у меня где-то вот там хранятся в виде тройки лошадей. Соответственно, урок, я не знаю, назову там тройки, четверки, коням хвосты, да? Добавим. Вот мы взяли три четверки треугольных. Вот три треугольных четверки. Каждая из них, поскольку это лошади, приделываем хвосты. Это мы играли. Вот ее сыграли, то мы играли после нее хоть что, хоть единицу, хоть двойку. Теперь две четверки подряд. Первая, которую мы брали на прошлом занятии. Хвост приделали к ней. Итого получается фигура. Здесь от другой кнопки, вот от этой. Все понятно, да, показал. Вот она, любая тройка. Вот к ней хвост, тоже четверка. Все, два шага, третий и четвертый шаг из двух четверок составили. Давайте посмотрим. Очень коротенько, просто эти приемы ставлю, соединю с предыдущими уроками. Хвосты можно играть без лошадей. То есть... Вот она, буква Г. Это еще не было. Все, продемонстрировал хоры, как говорится.
резюмируем. Мы вот к этой тройке троек, поскольку это тройка, то это, ну, она по идее с лошадьми. Мы каждой лошади приделали хвост в виде четверки. А этот хвост, он имеет букву Г, вот такую, как конь в шахматах. Абсолютно дебри подсознания. Можете свои какие-то ассоциации к этому же, к этой же фигуре пальцев прицепить и играть. А можете не цеплять, просто играть. Ну вот, у меня оно такое, это подсознание. Удачи, пока.